Привет всем, кто смотрит мой канал. Меня зовут Марина. И это видео будет об уходе за волосами. Как вы видите, я поменяла цвет волос. И, конечно же, хорошо попортила снова волосы. У меня сейчас медно-рыжий цвет. И я его насыщаю. Пришлось обесцветить волосы. То есть, чтобы придать ему такой вот из черного цвета, да, я выходила. И перекрашивалась я последний раз в салоне, поэтому не рискнула сама, пошла в салон. И, естественно, кончики ломаются, они сухие, они пересушенные, перекрашенные. Я нашла такой уход от корейской марки. Мне почему-то, знаете, Корея пришлась по душе и в уходе за лицом, и вот в уходе за волосами тоже мне понравилось. Начну я с того, что шампунь я не взяла, но обязательно докуплю ее. Я взяла на пробу такие вот такой увлажняющий лосьон, без, написано, без силикона. То есть натуральные здесь компоненты, конечно, я не прочитаю, здесь все написано по-корейски и по-английски. Значит, 530 миллиграмм, вот такая помпа. Волосы, конечно, после него такие более шелковистые, более разглаженные. Но на моих волосах, да, вот эффекта такого, как описывают, что прям как с рекламы рассыпаются, нету. Может, как бы с накоплением долгое время нужно. Я только третий раз использую это средство, поэтому эффект мне нравится и буду пользоваться еще. И, скорее всего, еще буду покупать вот такой. Но его очень много, его хватит очень надолго. И это фирма Ладор. Ладор. Профессиональная линейка. Но очень, очень классная. Присмотритесь, попробуйте. Есть там миниатюры. Я возьму этой же серии шампунь. Дальше. Вот такие вот масочки несмываемые. Я тоже взяла два тюбика для пробы. Возьму полную версию, потому что это такое вот средство. Оно беленькое, выдавливаешь. Вот такое вот беленькое. И когда вы наносите его на волосы, то есть это когда вы высушили волосы, я наношу вот на те поврежденные волосы, да, вот у меня вот, допустим, отсюда начинается почти с, почти от корня, вот, и я наношу на все волосы до кончиков, хорошо вот так промазываю, и волосы тоже становятся такие вот более гладенькие. Если бы вы увидели меня без нанесения этих средств, вы бы разницу увидели. И я не умею вставлять фото, я бы вам показала. Но поверьте мне на слово, что волосы у меня ужасные. И вот с этими средствами они выглядят, я бы сказала, намного и намного лучше. Поэтому буду брать еще полную версию. Это кератин. Здесь по 15 грамм, тоже фирма Ладор, обалденная, обалденная, буду, ее не надо смывать, я повторюсь еще раз, наносишь и можешь ходить с ней как бы целый день, сколько вам, до следующего мытья, но я ее повторяю, потому что укладываю волосы почти каждый день, поэтому я ее перед укладкой всегда как бы использую. Дальше вот такой вот спрей, тоже Ладор из этой же серии, кератин, жидкий кератин. Как-то здесь кератин ППТ, вот так вот, посмотрите внимательно. Тоже я взяла маленькую версию, возьму больше, потому что тоже понравилось очень, тоже волосы после него как бы, ну, очень хорошие, поэтому буду брать полные версии. И я довольна, я больше чем довольна. До этого я использовала салонную марку, ну, Корал, она недорогая, по-моему, итальянская, вот такая у меня флюидик остался.
Это масло я тоже использую. Видите, уже сколько осталось. Неплохое. Шампунь и маска для волос у меня тоже еще осталась. Но шампунь я забыла в Чехии. Она там как бы... И недавно я, когда была в салоне, мне мастер сказала, что шампунь этой марки Coral в желтенькой такой, в желтеньком и такой тубе, она очень хорошо очищает волосы, поэтому пользоваться ею как бы на ежедневной основе нельзя. Там раз в неделю, да, но не при каждом мытье. Поэтому пока я остановлюсь на вот этой вот корейской марке Ладор, очень мне нравится. Там есть из вот этой вот серии, видите, там голубенькие эти, увлажняющий шампунь тоже, ну, очень мне понравилось, буду брать еще. Вот здесь вот в спрее, вот такая помпочка, распределяешь на волосы, немножко подсушиваете волосы и на немножко влажные волосы распределяете вот этот кератин жидкий, расчесочкой проходитесь и досушиваете волосы. И у вас волосы шелковистые, хорошие, мягкие. Ну, я больше чем довольна. Так что вот такой мой уход за волосами на данный момент. И я думаю, что еще буду долго этим пользоваться, этими средствами. Очень уж они мне понравились. И до новых встреч. Пока. Если вам было полезно это видео, ставьте пальчики вверх. Заходите, где-то будет ссылочка на уход за лицом. И если вам интересна тема ароматов, то заходите дальше на мой канал, и я обязательно сниму это видео об ароматах на весну. Все, пока, до новых встреч, увидимся.